делать котика для сказки «Теремок» из фетра. Для этого нам с вами понадобятся черные нитки мулине с иголкой, ножницы, клеевой пистолет, зажигалка и машинка. Белый и серый фетр. Также нам понадобится небольшой кусочек розового цвета. Данный шаблон вы можете найти на Одноклассниках в моей группе. Ссылочку я оставлю. Шаблон, когда мы распечатываем, мы вводим показания 10 на 11 сантиметров. Если вы сделаете просто печать, у вас получится вот такой вот. Мы вывели с вами шаблон. Мы вырезаем на мелкие детали. У нас должно получиться один хвостик, одно серое пятнышко, одно пятнышко серое на голову, 4 сереньких ушка, 2 розовеньких вставочки в ушко, 2 тельца и 2 головы. Так, все детальки я вырезала. 2 части головы. На голову я сразу нанесла наше серенькое пятнышко и сделала мордашку. Глазки я делала иголочкой с ниткой мулине. В одно и то же место я продевала иголку с ниткой вот в этой части, в одно и то же место. А здесь я каждый раз отступала понемногу. С этой стороны я также сделала в одну и ту же дырочку. Я вывела 4 разных стежка. Носики делала французским узелком. Ротик и усики я делала маленькими стежочками. На ушки я заранее пришила вот такие вот розовые вставочки. Нам понадобится 2 тельца. На одно тельце я наклеила при помощи термоклея нашу вставочку и хвостик. Теперь нам нужно с вами сшить наши 2 детали вместе. 2 части головы мы также с вами будем сшивать. Для этого нам понадобятся белые нитки, которые мы будем использовать как на нижнюю нить, так и на верхнюю. Сшить мы с вами будем близко к краю, устанавливаем функцию. И вот как оно у нас с вами выглядит. Сшивать тельце мы будем у основания головы, вот здесь. На 0,1-0,2 миллиметра от края. Это мы с вами пришили наше серое пятнышко и хвостик. Теперь нам нужно с вами завязать узелочки, чтобы наши ниточки не разошлись. Я делаю 3 узелка. Вилки у нас с вами завязаны. Берем ножнички и аккуратненько обрезаем. В тех деталях, которые у нас с вами не являются лицевыми, я добавляю горячий клей, для того, чтобы наши узелки с вами не разошлись. Будьте осторожны, клей горячий. Все, теперь наши узелки надежно закреплены. Вот у нас с вами получилось. Теперь нам с вами нужно соединить
ушки между собой. Так как это мелкая деталь, я в середину, только в середину, добавляю горячий клей. Шить мы будем начинать вот отсюда, так как эта деталька у нас будет с вами закрыта. Так, ушки у нас с вами готовы. Ушки при помощи горячего клея мы с вами приклеили к лицевой стороне. И соединили при помощи горячего клея лицевую и изнаночную сторону головки котика. Теперь мы должны вставить вот сюда вот его тельце. Мы будем соединять при помощи швейной машинки наши детали. Итак, котик у нас с вами готов. Остались у нас с вами вот эти вот ниточки. Ниточки мы все вводим на изнаночную сторону. Завязываем узелки. И при помощи ножниц мы аккуратненько отрезаем. После того, как мы отрезали, берем зажигалочку и опаиваем. Вот такая вот кисонька у нас с вами получилась. Понравилась идея, ставь лайки, подписываемся на канал. Всем творческих идей, хорошего настроения. До новых встреч!